Рекордный улов луганских пограничников – 8,5 тонн рыбы в одной лодке. Свежемороженный товар пытались перевезти российские контрабандисты. Контрабандисты ночью плыли через Северский Донец. В их лодке лежали тонны замороженного минтая. Но бдительные пограничники увидели нарушителей в тепловизор, а задержали во время разгрузки товара на украинской территории. Перевалочную базу в собственном дворе устроил один из жителей приграничного села Поповка. Мужчина соблюдал строгую конспирацию. Даже вездесущие соседи ни о чем не подозревали. Хотя россияне здесь были частыми гостями. Да ничего не насторожило. Меня не трогает, я никого не трогаю. Так спокойно живем, да и все. Не сказал бы, что они нас беспокоят. За забором огромный ангар для контрабанды. Тут же разгрузочная лебедка и мини-причал для лодок. За товаром злоумышленники плавали к российскому берегу, а сгружали прямо в украинском дворе. После за ним приезжали покупатели. Кстати, этот двор в протоколах правоохранителей засветился уже третий раз. Мали місце затримання м'яса бразильского з України, намагалися переправити на територію Російської Федерації. Також тут затримувалось дизельне пальне. І ось третій випадок – затримана риба свіжемороджена. Даний товар вилучений, передан працівникам Луганської митниці. Попередня сума оцінки може складати понад 100 тисяч гривень. Хазяїну перевалочної бази грозить штраф до 8,5 тисяч гривень. А двох російських контрабандистів оштрафують за незаконне пересечення границі і відправлять в освоясі. Станислав Мирошниченко, Олег Притыкин, Наталья Трофимова, телеканал «Донбасс».